У Ангелы Меркель горячая пора. Встречи с избирателями, которые идут в прямом эфире, а вопросы могут касаться не только политики, но и морального выбора. Именно такой вопрос прозвучал в понедельник вечером в Лубике. Задала его Натали Бедера. У нее синдром Дауна в Германии в случае эксплуда. В результате анализа обнаружен этот диагноз на поздних стадиях беременности. Можно сделать аборт. Как вы представляете себе аборт на таком сроке, если речь идет о практически сформировавшемся младенце? Почему его нельзя запретить? Мы смогли добиться того, чтобы при принятии столь тяжелого решения был бы дан обязательный срок для размышления. Кроме этого, предоставляется психологическая помощь. Мне кажется, что подобный шаг возможен лишь тогда, когда взвешиваются абсолютно все за и против после разговоров и консультаций с медиками. Но решение все равно остается за родителями, прежде всего за матерью. Видя, какая вы чудесная, не могу не отметить, что решение было принято очень мудрое. Основному сопернику Меркель на выборах Мартину Шульцу такой откровенный разговор с избирателями предстоит на следующей неделе. Шульц надеется уменьшить разрыв между ним и Меркель, которой все опросы предрекают победу на выборах. Зная заранее, как ей кажется имя победителя, немецкая пресса изучает программы аутсайдеров. По ряду прогнозов третьей политической силой в стране может стать ультраправая АФД. Другие социологи говорят, что все шансы занять третье место есть у ультралевой партии. А еще есть популярные зеленые. Выборы в Германии состоятся менее чем через две недели.